Krishna tadya pad pankajo panjaranto raddeva me vishatu manaso rajahamsa pran prayan samai kafavat pitvai kantavarudanam vidu bhajanam kutoste bhajanam kutoste Krishna tadiya pada pankajo panjaranto raddeva me vishatu manasarajuhansa prana prayan samai kafavatu pitvai kantavarodhano vidho bhajanam kutoste bhajanam kutoste Gauriya Goshtipati, Sisila Bhakti Siddhanta Sarasvati Госвами Такур, Джагадгуру Прабхупад сказал, материалисты настолько отвращены от Шри Кришны, Годия Гоштхипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Джагадгуру сказал, материалисты находятся в глубочайшем забвении Кришна Бхаджане, они против Кришна Бхаджана, нисколько не заинтересованы в нем, они находятся на огромной дистанции от абсолютной истины. Так что если мы попытаемся рассказать им об абсолютной истине, они испугаются ее и захотят всячески избежать ее. Они настолько отдалились от абсолютной истины, что если мы захотим что-то рассказать об этом, они испугаются и не захотят слушать. Так называемые преданные также обладают подобным настроением. Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур рассказывал о Рупануга Бхаджане, о его славе. Я уже много раз говорил об этом, о том, что говорил Прабхупад. В линии Радханугати Тринан Апибава естественно. Нет никакой искусственности. Смирение естественно. Но, конечно, необходимо понимать, что есть рада-таттва. Но если вы при этом чувствуете, что единственный возможный путь — это Рагануга-бхаджан, что с помощью него можно, лишь с помощью этого пути можно обрести Кришну, в таком случае то есть не остается другого пути для обретения Рада Анугати, Рупа Анугати, Бхактивинодара, Сарасват Гаудиадара, которую явил Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, все это едино. В линии Рада Анугати, естественно, Тринадапи, естественно, смирение, потому что без подобной анугати, рада анугати, мы не можем ожидать, что мы сможем совершать подобный бхаджан. Что говорить о рагануга бхаджане? Мы обсуждаем такие темы, что даже то есть мы обсуждаем, каковы качества Рагануга Бхакт, так, чтобы мы осознали, кто обманывает нас, а кто нет. Так, чтобы мы могли различать, к
кто есть истинный бхакта. Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Саджана Тошане пишет, если мы настоящие рупануги, если мы стали настоящими рупанугами, тогда и только тогда уникальная слава Гаура Сундара проявится в сердцах дживы, проявится в сердце дживы, само собой. Если мы станем истинными рупанугами, автоматически уникальная слава Гаура Сундара проявится в сердце такой дживы. Тот, кто не является... То есть, кто же есть рупануга? Каждый провозглашает себя таковым. А также каждый представитель нашей гуру Варги зовется рупанугой. Я сейчас говорю не о сахаджиях, а об истинных представителях нашей гуру Варги. Даже Санатана Госвами, Рагунадас Госвами, Джива Госвами, все они, Бхактивинод Такур, Шрила Прабхупад, все они называют себя рупанугами. У нас нет другого пути, кроме как прибежище Рупа Госвами, кроме как Рупа Анугатия. Необходимо, нам необходимо достичь этого уровня. В противном случае Кришна не заинтересован смотреть на наше уродливое нынешнее положение. Он не хотел смотреть на Путану, несмотря на то, что она была в прекрасном обличии, но никто не может обмануть Кришну, провести Кришну. Кришна пытается проверить нас различными способами. Постоянно. Как я совершаю баджан? Каковы мои качества? Если я смогу обрести прекрасный облик, подобный Рупе Госвами, под руководством Гуру Пада Падмы, наверное, Кришна абсолютно точно дарует нам служение Ему. Но не прежде этого. Это не произойдет прежде, чем у нас появится этот прекрасный облик. Различные ответвления сахаджи. Если мы оставим путь рупануг, отклонимся от пути рупануга, каким-то образом, то есть все пракрита сахаджи и джати гасай выступают против Рупы Пада. Все они против Рупы Госвами. Не только против, они совершают различные низкие поступки, прикрываясь именем рупануг. Их положение в настоящий момент, положение настолько серьезно, настолько опасно, что встает вопрос о том, как мы можем продвигаться, если я получу информацию из правильного источника, все равно есть люди, которые хотят обмануть меня. И сейчас люди настолько глупы, что слабы, что они не могут переварить возвышенную Сиддханту. И это является главной проблемой. Итак, Прабхупад молится, взывает каждому. Шрила Рупа Госвами Пад. Ближайший спутник Рупа Госвами.
Сердце Гауранги Махапрабху и Рупа Госвами. То есть сердце Рупа Госвами соответствует почти идентично сердцу Гауранги Махапрабху. Сиддханта, этикет, ачар был установлен. Но самое главное, Гауранга Махапрабху принес знание о том, как необходимо совершать Харибаджан, как понять Унатауджвала расу. Итак, Махапрабху захотел, чтобы Шрила Рупа Госвамипад, ближайший спутник Гауранги. Не просто ближайший спутник, в этой шлоке перечисляется, насколько близок он. Сердце Рупа Госвами подобно, почти едино, с, то есть почти одно и то же с Гауранга Махапрабху, с сердцем Гауранги Махапрабху. Гауранга Махапрабху хотел установить шастра сиддханту, вайшнавский этикет, ачар, чаран. Все. Но очень сокровенные вещи, которые заключались в том, как обычные люди, каким чудом они могут обрести уникальное служение Шри Кришне. Как они узнают об этом? Как они узнают об Уната Уджвала Паракия Бхаве? Как смогут понять обычные люди ее? Так Гаура Сундар То есть Махапрабху захотел, чтобы это уникальное служение было выполнено Рупа Госвамипадом. Итак, Гаура Сундар. Шрила Рупа Госвамипад, правая рука Гауранги Махапрабху, он рассказал о все, в деталях о чистом баджане, о том, как удовлетворить Верховного Господа под руководством Радхарани. Он описал этот процесс. Рада Анугатья, вы можете понять ее. Главный проповедник этого уникального настроения баджана Гауранги Махапрабху, то есть это Рупа Госвамипад. Прабхупад говорит, что вы все должны изучать книги, написанные Шрила Рупа Госвами, для того, чтобы извлечь, обрести истинное благо. Ради истинного блага вы должны понять, что Рупа Госвамипад хочет сказать нам. Мне очень жаль, что жизнь так коротка. У меня нет возможности в деталях объяснить Бхактирасамрита Синду, Упадешамрита Шикшаштакам, поговорить об этом. Нет возможности. Без ясного представления о Упадешамрите Шикшаштаке и Манахшикше никто не сможет войти в Рупануга Бхаджан. Когда мы сможем достичь успеха, применив Упадешамриту Шикшаштакам и Манахшикшу в своей жизни, а также Расамриту Синду, практически, когда мы сможем применить это в своей жизни, будьте уверены, что все ворота распахнутся перед нами. Это зеленый сигнал.
Прабхупад говорит, что бы вы не хотели сделать, что бы вы не хотели установить, какую философию, при этом игнорируя Рупупада, Рупа Госвами, вы попадете в опаснейшую ситуацию. Это очень опасно. Вы пойдете. Это не увенчается успехом. Парампаджапят Шрила Бхактипрагьян Кешава Госвами Махарадж, Парампаджапят Шрила Шридхар Госвами Махарадж, Бхакти Ракшак Шридхар Госвами Махарадж рассказывает очень много о следовании Рупи Госвами. Мы находимся в Шротапанте. Мы не хотим Шротапанта. Мы не хотим нарушать то, что сказано в шастрах. При помощи Шротапанты я могу достигнуть своей цели, потому что представители нашей Гуруварги совершают баджан, при этом выражая величайшее смирение. Они не хотят говорить о себе, представлять себя как Рагануга Баджан, что они величайшие проповедники и так далее. Они стесняются. Как вы помните, я читал письмо Шрилы Бхактивинода Сидхарты Госвами Махараджа. Он писал там, что у меня нет права организовывать Джулан Ятру. Итак, наша обязанность удовлетворить Шрилу Гурудева, но мы забыли об этом. Если мой Гурудев будет недоволен мной, ничего я не смогу с этим поделать. То есть ничто меня не спасет, ни моя проповедь, ни моя Харикатха. Если я буду пытаться устанавливать какую-то новую сиддханту, то есть такое происходит, и кто виноват в этом, то есть кого обвинять? Очень запутанная, очень сложная ситуация, наверное, сейчас. Потому что очень важно. Это очень важные вещи, поэтому в них столько неправильного понимания, много проблем. С многими проблемами мы столкнемся, прежде чем достигнем нашей конечной цели. Итак, Прабхупад говорит, что если вы хотите игнорировать Прабхупада и устанавливать свою собственную новую сиддханту, что бы вам ни нравилось, все это вы должны. То есть вы так или иначе столкнетесь с совсем неблагоприятным. Все неблагоприятно придет в вашу жизнь, и ваши попытки не увенчаются успехом. На пути саддхабхакти главное — это шрадха. Есть прекрасное описание, что есть шрадха. Существует прекрасное описание значения слова шрадха. Основа саддхабхакти — это шрадха. Fundamental thing is rati. Prem bhakti in the way of prem bhakti. Main fundamental object is rasa. На пути према бхакти главное это раса. Мы постоянно в замешательстве. Мы не можем следовать постепенному процессу. Но кого обвинять в этом? Према бхакти, ее фундамент — это раса. И третьи вещи, различные настроения, према бхакти, то есть основной фундамент это раса. Если есть раса, есть према бхакти. Три составляющих, три, то есть шрада, према бхакти, бава бхакти. Мы не должны закрывать на них глаза,
Мы постоянно должны находиться в полном осознании, что есть садхана бхакти, према бхакти. В деталях мы должны знать об этом так, чтобы никто не смог обмануть меня. Есть три разных уровня развития, три разных уровня, три разных состояния, и мы не должны быть сбиты с толку, недопонимая их, неправильно понимая их. Прабхупад говорит, если вы хотите совершать баджан в соответствии с советами, наставлениями Гаурасундара, в соответствии с наставлениями, данными Гаурасундара, мы можем видеть эти наставления в книгах. Он представляет расататту в соответствии с наставлениями Гаурасундара. Если мы хотим создать, то есть хотим совершать чистую чистое преданное служение, мы должны следовать его наставлениям, следовать наставлениям Шрилы Рупы Госвами, которые дает он в соответствии с желанием Гауранги Махапрабху. Все это в деталях описано Шрилы Рупой Госвами. Истинная Бхакти Раса описана им. Итак, Бхактивинода Такур говорит, что раса в трансцендентном мире обладает То есть в Апракрита Джагат в трансцендентном мире раса обладает сварупой. Я говорил об этом давно, что 64 вида искусств существует во Вриндаванадхаме, в трансцендентном Вриндаване, они физически присутствуют там. Кала, то есть искусство, 64 вида искусств. Когда Кришна отправился к Сандипанимуни в ашрам, в течение 64 дней Кришна и Баларам изучали 64 вида искусства в течение 64 дней. И они физически присутствуют, физически находятся на Голока Вриндаване для того, чтобы служить Шри Кришне. Физически. Нам сложно поверить в это. В пении. В музыке, то есть в искусстве пения существует разделение по поводу мелодий, какие поются, какая рага для утра, какая рага для вечера. То есть сейчас для нас музыка, она не обладает физическим телом, но на Голока Вриндаване они существуют физически для того, чтобы служить Шри Кришне. Итак, Бхактивинода Такур молится лотосным стопам расы. О, раса, пожалуйста, помоги, пожалуйста, пролей милость на меня. О, раса, пожалуйста, пролей милость на нас, так, чтобы мы смогли постичь тебя. Если мы совершим аппарат по лотосным стопам расы, мы никогда не сможем понять путь Рупанук. Рупануга Бхакти. Поэтому в Чайтанья-чаритамрите сказано: Прабху гневался, когда кто-то совершал раса-абхаз, то есть неправильное совмещение рас.
Неправильно, когда расы смешиваются. Если мы хотим совершать чистое преданное служение, нам необходимо понять учение Гауранги Махапрабху через Шрилу Рупа Госвами Пада. То, чему он служит, то, чему он учит о бхакти-расе, но не как сахаджия. И только в таком случае мы сможем создать свою жизнь, и своей жизни, то есть в своей жизни мы сможем заниматься чистым преданным служением. Прабхупад говорит, вы должны постараться понять разницу между бхакти-винода-дарой и тем, что делают сахаджии, чему учат сахаджии. Бхактивинода Такур — это основа Рупаногадары, потока Рупаног. Он представил Если вы хотите понять Рупаногадару, необходимо обратиться к Бхактивинода Такуру и Прабхупаде. Если вы хотите покончить с собой, как сахаджия, став на путь сахаджи, это зависит от вас, все в ваших руках, вы можете делать, что хотите. Для того, чтобы понять Бхактивинода Дару, необходимо понять Рупаногадару и наоборот. То есть это одно и то же. Если вы постоянно внимательны и осторожны в том в понимании, что есть Бхактивинода Дара, а что есть Сахаджия Дара, вы точно обретете саду-сангу, истинную саду-сангу. Люди думают ошибочно, что саду-санга — это хороший прасад, пури-качори и так далее. Но саду не заинтересованы в таких вещах. Если вы цените их речи, их поведение, если вы почитайте их, то есть если вы почитаете истинных вайшнавов, вы в таком случае вы по-настоящему обретете общение с ними. Что означает общение? Это воспринять их сиддханту вичар в своей жизни, воспринять и следовать этому. Это называется истинное общение. Если же я не могу принять его сиддханту вичар, то, чему он учит, но даю какие-то пранами, какие-то пожертвования, это несовершенное общение. На пути Рупаногадары Шрила Сачидананда Бхактивинода Такур хотел совершить большую революцию в Рупануга Баджане, потому что он был первым. Шрила Сачидананда Бхактивинода Такур был первым, кто представил Гаудия Даршан, Госвами Даршан этому миру. Потому что все, что написали наши Госвами, в деталях объясняет Шикшаштакам. Рупа, Рагунат и остальные Госвами, Санатан Госвами, все, что бы они ни писали, в своих Госвами Гранхах все это объяснение Шикшаштакам, который даровал нам Махапрабху, который оставил нам Махапрабху. Чего только нет в Шикшаштакам. То есть в Шикшаштакам от начала до конца, в
с полной зрелостью. То есть все учение о баджане содержится в Шикшаштакам. И мы сможем извлечь это при условии, что мы будем следовать нашим госвами, Бхактивинод Такуру, который является седьмым госвами. Это очень важно. Важно понимать, что Бхактивинод Такур — седьмой госвами. Мы не в силах понять грандхи, оставленные нашими госвами, потому что они очень высоки для нас, но Бхактивинод Такур представляет это для нас в понятной форме. Тем не менее, мы до сих пор не заинтересованы в том, чтобы изучать то, что оставил нам Бхактивинод Такур. Мы лентяи. У нас нет времени следовать чистым гуру и вайшнавам, следовать учению Рупы Госвами Пада, изучать то, что оставил Бхактивинод Такур. Я думаю, что Шрила Вамана Госвами Махарадж также говорил об этом. Я повторяю за ним, потому что он мой гуру. Я не могу говорить что-то отличное. Он говорил, что то, что Бхактивинод Такур, Прабхупад даровали нам все это. То есть Прабхупад говорил то же самое. Шрила Такур, Бхактивинод Такур дал нам все. С утреннего киртана Балегора Гададара до самого конца. Мы поем песни Бхактивинода Такура, то есть с утра до вечера, потому что и без Бхактивинода Такура мы равняемся нулю. Из своего беспричинного сострадания, милости, Бхактивинод Такур даровал нам все. И единственное, что нам необходимо, с терпением, набравшись терпения, следовать Гуру Варге. И в таком случае Рупануга Дара будет очень проста для нас. Но в нашем нынешнем состоянии это не так. Прабхупад говорит, и Ваман Госвами Махарадж говорит, все дано Бхактивинод Такурам. Одному из своих учеников, Прабхупад, Вамана Госвами Махарадж давал наставление. Я оставался с ними на ночь. Потому что, то есть, когда я не мог вернуться домой, уже было очень поздно, когда мы... это было связано с печатанием книг, я оставался у Махараджа, у Вамана Госвами Махараджа. И он говорил мне: «О, сын мой, все дано Бхактивинод Такурам и Прабхупадой, нашей Гуру Варгой. Нам не нужно ничего привносить. Все уже дано. Нет никакого недостатка в учении нашей Гуру Варги. Единственное, что требуется от нас, с терпением, запасясь терпением, находиться в анугате. Находясь в анугате, пытаться понять то, что они принесли нам. Прабхупад говорит, то, как Бхактивинод Такур показывал свой очаранный прачар, если мы примем образец его поведения, если мы воспримем это, сможем действовать подобно ему, нам не нужно будет обращаться к обманщикам. Мы не будем обманутыми. Для того, чтобы получить пратиштху под именем Бхакти. Каждый заинтересован в пратиштхе. In bhajan, hari bhajan,
В Харибаджане, в Гите, говорится, что... То есть я хотел бы рассказать очень многое, но нынешняя ситуация не позволяет мне. Пракрита сахаджия, материалисты, материальные сахаджия. То есть, когда сахаджии выдвигали свои обвинения, Прабхупаде говорил, да ты на самом деле сахаджия, говорили Прабхупаде. И Прабхупад соглашался, да, мы апракрита сахаджия. Потому что это то, что естественно для Галоки Вриндавана, не может применимо быть здесь искусственным путем. Проблема в том, что мы воспринимаем эту искусственность. Я могу поговорить о анартхах для того, чтобы прояснить, как нам стать квалифицированными, достойными вступить на путь Рупанук. Прабхупад говорит, то, что естественно для Галока Вриндавана в материальном мире, любые взаимоотношения, которыми мы обладаем, взаимоотношения отца, сына, матери, мужа и жены, друзей, любые отношения в этом материальном мире, кратковременные. Нет вечных отношений. То есть, и не просто то есть, колебания какие-то существуют. Какие-то ожидания, корысть, наверное. Потому что эта платформа не трансцендентная, а кунта-платформа. То есть кунта-джагат, материальная платформа, обитель Деви, а Вайкунтха — это другая платформа. Там нет никаких сомнений, колебаний. Сомнение происходит от... То есть сомнение происходит от недопонимания, неуважения, от неуважения. Итак, это материальная платформа, где постоянно возникают сомнения, колебания. Но Вайкунта-джагат, там нет никаких сомнений, нет никаких вопросов относительно кто, зачем, почему. То есть там, где все в гармонии, не может быть никаких сомнений, никаких колебаний, несоответствий. So actually, Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur. Итак, в действительности, Бхакти Сиддханта Сарасвати Такур написал статью. Нам необходимо понять Гаудия Бхаджан Пранали. Бхактинат Такур говорит, что я хочу рассказать о том, что есть Гаудия Пранали. Путь, как обрести саду сангу, пранали вичар. Как обрести общение с саду. Я уже говорила о процессе, как обрести саду-сангу, приводя научные статьи. И необходимо
публиковать их больше и больше, чтобы повсюду у каждого была возможность из этих статей понять, что есть, что к чему. Мы сожалеем о том, что те, кто называет, провозглашает себя рупанугами, в действительности не находятся в линии Рупа Рагунатха, не следуют им. Они лишь провозглашают себя таковыми. Но даже не сомневайтесь, что они находятся абсолютно в другой линии, они идут в противоположном направлении от Рупа Госвами. Они лишь провозглашают себя таковыми. Как уже я цитировал Прабхупаду, то, что естественно для Вайкунтхи, для мира Вайкунтхи, очень прост. Этот путь сахадж означает простой. Поэтому Прабхупад сказал, да, мы в действительности мы сахаджии, потому что мы апракрита сахаджия. То, что... Потому что для Галока Вриндаваны мы практикуем то, что естественно для Галока Вриндавана. Мы не идем на компромиссы с грязными вещами. И, возможно, большинство людей будут против меня. Тем не менее, я не могу уклониться от своих обязанностей. Потому что я следую наставлениям Гауранги Махапрабху. Не действуйте, если вы, как если бы вы были лагу. Лагу означает легкий. Мое наставление всем, прежде всего, станьте гуру, а затем попытайтесь распространить нектар, который я хочу дать каждому. То есть, если кто-то провозгласит, что он есть гуру, то есть не каждый может стать гуру. Невозможно стать гуру, находясь на платформе лагу. Гуру означает тот, кто видит важность в окружающих вещах, потому что он понимает, что все, что окружает его, это объекты для служения Шри Кришне. И он не смотрит на них с наслажденческим настроением. В этом и есть разница между чистым преданными и обычными людьми. Они видят все, что бы они ни видели, все, что бы у них не было в их владении, они задействуют в служении для того, чтобы удовлетворить Господа. Они не воры, не разбойники. Будьте уверены, что все, абсолютно все, они задействуют лучшим способом, лучшим возможным способом для того, чтобы удовлетворить Гаурангу, Раду Говинду. Для того, чтобы принести им полное удовлетворение. Обманщики могут провозглашать себя рупанугами, но в действительности они находятся на противоположном состоянии. Они лишь действуют наоборот учению наших Госвами и Гуруварги. Они сочиняют разные истории и проповедуют их обычным людям. Они собираясь
То есть они собирают лишь аппаратхи лотосным стопам великих рупа-нога преданных. Кришна навсегда благодарен им. Кришна предан им. У него нет ничего, чтобы отплатить им. И мы можем вновь и вновь повторять этот момент, если мы прочувствуем его. То есть можно много раз повторить, но если вы не можете понять, осознать, почувствовать то, о чем вы говорите, это не имеет никакой значимости. То есть это basement, то есть это платформа. Небольшие проблемы на пути Кришна-бхаджана. Мы не можем снести даже маленькие сложности на пути Кришна-бхаджана. То есть нам сложно терпеть на пути Рупануга-бхакти бесконечное множество препятствий. Я говорю о Шудда-бхакти, не о Рупануга-рагануга-бхакти еще. То есть, когда у вас появится возможность, оно превратит, то есть, вы сможете его превратить в Рупануга-рагануга-бхакти. То есть, на пути Шудда-бхакти. Так много препятствий. Даже Капила Дев говорит маме: «О, мама, кто может изменить поток Ганги? Она стремительно текет из из Гималаев к океану. Ее конечная цель — это океан. Наша конечная цель должна быть Галока Дама Вриндаван. Но в действительности, какова наша цель? Подумайте об этом, задумайтесь. Ответьте на этот вопрос. Те, кто не обладает опытом о Шудда-бхакти, о чистом Гаудия-бхаджана-пранале, если вы постараетесь аналитически размышлять об этом, Гурудев уже прогнал тех, кто не следует чистому учению. Те, у кого нет опыта о том, что есть истинный баджан, лишь для того, чтобы обрести пратиштху, они думают, что если я буду проповедовать, то я получу огромную пратиштху. И таким образом они превозносят новые идеи. И если вы будете посещать их харикатху хотя бы однажды, сейчас у вас может быть какой-то опыт, и если вы посетите... То есть сейчас вы уже обрели знания, наверное, как отличить. И так вы поймете, что они рассказывают что-то новое, и таким образом они игнорируют Шаутапанту, игнорируют Гуру Парампару, закрывают на них глаза. Они... не считается с наставлениями Гуру Пада Падма, а Гуру Пад Падма очень прям в своих наставлениях. Те, кто... Те, кто хотят добавить что-то новое, внести что-то новое в баджан, в ситхантова баджане, будьте уверены, что у них не будет
никакой возможности постичь, что есть чистый Рагануга Баджан. Они будут в полном замешательстве. Они будут думать, что то, чем они наслаждаются сейчас, и есть Браджараса. Та Джара Раса. Они будут думать. То есть они не поймут, что есть трансцендентная раса. Поэтому Прабхупад много раз говорил, сада, наша цель, садья. То есть две разные платформы. Если кто-то начинает о себе думать как о совершенном, это заблуждение выбросит его в океан Майи, и он не сможет вернуться на прежний путь. Он определенно падет. А также его последователи падут. Нет, по-другому не может быть. Все они падут в ад. То есть сами эти обманщики пойдут в ад, и их последователи отправятся за ними. Как я уже говорил, те, кто говорят отличные от Сиддханты вещи, за 500 рупий они готовы сделать вас гопи. Такой бизнес развернут на Радакунде, материальной Радакунде. И вы можете начать думать, что, о, да, я правда гопи. Прабхупад говорит, что необходимо следовать процессу для того, чтобы определить, кто есть кто. Как Прабхупад дает знание о том, как... то есть полное понимание, он дает полное знание процесса, но никто не хочет следовать его наставлением. Все, Прабхупад описал абсолютно все. Итак, они привносят много-много осквернения в чистую проповедь. И многие сейчас в замешательстве не понимают, к кому обратиться, кто может дать мне истинные наставления. Итак, те, кто превозносят мусор, разный мусор в проповедь, в учение чистых вайшнавов, находятся в очень... То есть они создают очень опасную ситуацию. Бададживы обладают наслажденческим настроением, желанием наслаждаться. Они постоянно стремятся что-то добавить, что-то привнести, что-то новое в баджан. И грязь они представляют как дарму. То есть свои грязные желания они представляют как дарму. Настоящие гаура-бхакты, те, кто истинные рупануги, избегают общения таких личностей. Избегают общения с такими личностями. Они всегда проверяют, кто готовил, как предложен просад, кто установил божество. А другие думают, а зачем столько сложностей? Вот пир, мы пойдем, будем наслаждаться, поедим там. И думают, что все это преданные, у них такое положение, и... То есть никто не заинтересован
в поддержании чистоты и в основополагающих вещах вайди баджана. То есть я говорю о основополагающих вещах, и даже им никто не хочет следовать. Из всего сейчас делают кичери. Итак, такие личности думают, что Прабхупад ушел, Бхактивинода Тхакур ушел, все наши представители нашей Гуруварги ушли. Кто нас проверит? Мы можем делать все, что хотим. Поэтому сейчас повсюду так много замешательств. И Бхактивинода Тхакур говорит в своей статье: преданные, которые хотят совершать Горабаджан, обязаны выбросить таких обманщиков из сампрадая. В противном случае осквернение сампрадая, пути сампрадая дары неизбежно. То, что происходит сейчас. Главная обязанность ачарьи. Исправлять меня. Потому что обусловленные души постоянно совершают ошибки. Но что необходимо для обусловленной души, это желание исправиться, исправить себя. То есть должно быть честное желание, что я хочу быть под контролем чистых гуру и вайшнавов. Я хочу знать, что есть чистый баджан. Я хочу узнать, что такое Рупануга, Рагануга Баджан, исследовать процессу. Бхактивинода Тхакур говорит, что необходимо выбросить из сампрадаи обманщиков. И сейчас очень важно поддерживать чистоту в сампрадае. Сейчас нет недостатка в деньгах. Есть недостаток лишь в искренности, честном желании следовать Бхактивинода Тхакуру и Прабхупаде. Сейчас все хотят сделать кичери, так чтобы все смешать, так чтобы никто не понял, что я хитрю, что я действую нечестно. Но чистые гуру и вайшнавы, они очень умны, и они все прекрасно знают. Когда они смотрят на кого-то, просто смотрят, они понимают, что внутри этого человека, каково его состояние, состояние его ума. Итак, те, кто хотят следовать Гауранге, Махапрабху, Рупануга, Дарья, должны, обязаны избегать плохое общение, неблагоприятное общение. Я уже говорил о том, насколько бесконечно разнообразие ложных путей. Майя придет в вашу жизнь как сатсанга. Не выражайте гордость, то есть не будьте гордыми. В любое время, в любую секунду сатсанга может проникнуть в вашу жизнь, и вы не поймете этого, это и она заставит вас пасть. 2-3 месяца назад я говорил об этом. Уже 8 месяцев сейчас период, когда с того момента, как начался коронавирус, и корона на самом деле очень милостив. Корона. Итак, Гаудия Бхакты прежде всего должны понять разницу между Бхактивинода Дарой и Сахаджея Дарой и постараться оценить свою жизнь и избегать неблагоприятного общения. То есть это зависит полностью от вас, это ваша обязанность. И постарайтесь понять следующее. Пока вы в замешательстве, пока вы не понимаете, что есть Бхактивинода Дара и ложный путь Сахаджи, в нашей сампрадае, саньяси, ачарьи,
То есть мы думаем, что нам нужно смотреть снаружи. И мы сами сахаджии. Мы не можем сказать, что мы не сахаджии. Мы в действительности сахаджии. Каждый хочет найти легкий путь. Каждый в поисках легкого пути. Итак, пракрита сахаджи, которые полны анартх. Они полны анартх. Тем не менее, они якобы совершают мадхура раз баджан, паракия раз. Мы можем... Я могу пару примеров привести. Однажды Бхактивинода Тхакур отправился в одно место. Там где-то у Бхактивинода Тхакура был баджан кутир. И сейчас какое его состояние, никто не может сказать. Все, Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махарадж очень сражался, наверное, за него. То есть ему... Его обвиняли Кешава Госвами Махараджа за то, что он говорит грубо. Он говорит, что я не говорю никаких неприличных слов. В судах. То есть его обвиняли, даже до судов доходило дело, но он говорил, что в действительности он не говорит ничего неправильного. Там игра слов. Они в действительности Рагануга Бхакты являют свои игры. Их настроение нам сложно понять. Очень вкусно их поведение, то есть имеется в виду сладостно. Шаури Прапанья Ашрам Бхактина Такура. Итак, Бхактивинода Тхакур отправился туда, и там какие-то сахаджии прошептали ему в ухо: «Такур, мы тут, у нас тут паракия раса садан, хочешь паракия расы?» А тот Бхактивинода Тхакур сказал: «Что вы вообще говорите такое?» И он сразу же покинул это место. Когда 2-3 километра он ушел оттуда на 2-3 километра, он сел передохнуть и сказал: «Боже, какие глупцы! Насколько они заблуждаются по поводу Рупа Нуга Рагануга Баджана?» А также в Бангладеше, в случае с Прабхупадой. Они сказали, к нему пришел какой-то сахаджи и сказал: «Я хочу поговорить с вами паракия расу. У вас есть какой-то опыт по этому вопросу?» И Прабхупад сказал, разные грязные вещи начали говорить Прабхупаде. Они думают, что для того, чтобы совершать Рагануга Баджан, они
живут, для этого нужна женщина, и они живут с какой-то женщиной и якобы практикуют паракия баджан. Когда Гаудия Матх не зашел сюда, то есть Гаудия Матх не зашел сюда из трансцендентного мира, у вас не должно быть по отношению этого никаких сомнений. С этого момента, когда он не зашел сюда, люди стали изменять концепции Гаудия Матха, изменять понимание идеи о том, что есть Рупануга Рагануга Баджан. Прежде, услышав, то есть образованные люди не хотели даже слышать о Гаудия Матхе, Гаудия Баджане. Бхактивинода Такур, тем не менее, Бхактивинода Такур провозгласил, что то есть у общества было представление об этом как о чем-то грязном. Они думали, что только идиоты, падшие души совершают Гаудия Баджан, поклоняются Гауранге. Но Бхактивинода Такур провозгласил, что в бесконечных мирах мы не сможем найти ничего чище, чем эта любовь, которую являет Гауранга. Но из-за глупцов, из-за негодяев, они опорочили. То есть Бхактивинода Такур был первым, кто проповедовал, был первым, кто представил философию Гауди Вайшнавов на различных языках: урду, и английский, бенгали и так далее. Пракрита Сахаджи, которые полны анарт, якобы практикуют, собираются практиковать Мадхура Раса Баджан. То есть они свою собственную философию устанавливают, проповедуют, излагают ее в книгах, как это сделал Шанкарачарья. Он изучал Веданту, Упанишады, и он местный диалект изучал, и основываясь на полученных знаниях, он выдвинул особую философию. Если вы встанете изучать Веды, Веданты и Упанишад, можете попытаться понять, как он, то есть вы очень легко поймете, что в общем, какими-то ухищрениями он установил, провозгласил майяваду. Но если вы хотите понять, что по-настоящему написано в Упанишадах, в Веда-Веданте, попытайтесь найти точное значение, которое использует Шанкарачарья, тех слов, которые использует Шанкарачарья, «Ахам Брахма Асми». То есть найдите эти слова, а затем посмотрите, что написано до этого. Почему Вьясадева написал то, что он написал? Но
And after this word, what is written? They looked it. They are very clever. Вы хотите по-настоящему понять, что написано? Вы хотите понять, что по-настоящему написано в Упанишадах, в шастрах? Необходимо найти эти слова, которые употребляют Шанкарачарья. Вы определенно найдете в начале и в конце этих слов, в том, что сказано перед и после. То есть там действительно в этих шастрах есть то, что говорил Шанкарачарья, но необходимо посмотреть, что написано до и после. Каково настроение этих слов? В каком контексте они применяются? Что написано до и после? То есть как это делается хаджия? Как делается хаджия? Они говорят грязные вещи, то есть они вырывают из шастр, делают вырезки из шастр, но не считается с тем, что было сказано до и после. То есть они не считаются с контекстом слова. Они просто выхватывают слова и утверждают, что это... То есть трактуют по-своему, говорят, что это говорится в шастрах. И точно так же «Ахам Брама Сми» Таттама... То есть они переводят это «ты, Брама». Они переводят так «ты, Брама», эти слова, приведенные в шастрах. Как в ягьях мы говорим «Ом Татсат». Произносим эти мантры. То есть, но тут в действительности перевод этого слова «тот, кто вечно существует». Но они говорят «таттамаси» означает «брамавасту». Они говорят, что речь идет о нас, то есть, но Гаудия Вайшнава никогда не трактует это таким неправильным путем. Это недопонимание. Это величайшее оскорбление использовать слова, приведенные в Писаниях, трактуя их по собственному желанию, каким-то своим образом, вырывая из контекста. То есть Майвади утверждает «Брама, ты и я». Но Гаудия Вайшнава никогда не трактует это слово таким образом. Ты принадлежишь к Брахмавасту. Поэтому Кришна говорит, все дживатмы исходят из меня. Кришна никогда не говорил, что каждая дживатма — это Кришна. Это Майвади утверждает это. И каждый хочет эту приятную сиддханту принять. То есть я могу многих знаменитых личностей перечислить, которые были и Майвади. Мадхва Госвами Махарадж это открыто провозглашал, что они, эти известные люди были Майвади. Очень легко распознать майвадскую сиддханту. Легко стать сахаджией, легко оказаться в кругу сахаджии. Но сложно понять, что есть истинный баджан Гаудия Вайшнава. Да,
даже Моди имеет связь с различными миссиями, которые не хотят понять, что есть чистая преданность. Они не понимают, что такое чистая преданность. Тысячи, тысячи преданных. Тысячи людей. Они не хотят слышать, не хотят изучать, что есть истинная бхакти. Но хотят привлекаться этой приятной философией, что я браман. Каждый браман. И от этого, то есть на этом легко развить гордость, что все мы принадлежим, что все мы браман. Неправильные представления, заблуждения повсюду. Повсюду в этом мире, и очень легко эти неправильные представления бросают нас в страдания. Даже в нашей Гауди Сампрадае очень много осквернений сейчас, и никто не хочет слышать о чистом бхакти. Все настроения соперничества, нет никакого настроения тринадапи, смирения. Все разговаривают как бандиты. Итак, вернемся к той истории в Бангладеше. Сахаджия сказал Прабхупаде: у вас есть какое-то... Вы что-то знаете о Параке Расе? И Прабхупад был поражен. Какой глупец. Я никогда не был в Бангладеше, но... Я слышал от людей, которые рассказывают, что люди готовят рыбу и предлагают вместе с листочками туласи. Даже в Навадвипе, если мы пересекем реку, мы встретим таких вот сахаджий. Они получают дикшу, танцуют и повторяют. То есть какой-то у них там свой процесс сахаджийский. Мы не следуем никаким ограничениям, установленным Шрилой Прабхупадой и Бхактивинода Такуром. В этом проблема. Если я следую тому процессу, который дал нам Шрила Бхактипрагьян Кеша Гасай Махараджа, кто обманет меня? Если я следую Шридхар Гасай Махараджа, кто сможет обмануть меня? Но никто не хочет следовать по-настоящему, все хотят выдвигать свои собственные правила. Материальные сахаджии полны анартх. Они хотят практиковать Мадхура Раса Бхаджан, Параки Раса Садан. И они думают, что это важные вещи. Майя Деви благословляет их таким образом, и они наслаждаются. И затем, в соответствии со своими концепциями, своими пониманиями, они пишут, составляют разные поэмы и так далее. Баджа Гора Радаш Ям. И эти так называемые ачарьи встречались с Прабхупадой, и Прабхупад говорил: то, что вы говорите, неправильно, не имеет никаких оснований в писаниях. На личных беседах Прабхупад говорил им, что Баджа Нитай Гора Шьям — это неправильная сиддханта, это ложная сиддханта. Там присутствует раса Абхаз. Why?
И ты должен принять это. Почему же ты не можешь принять? Да потому что у меня тысячи учеников, если я им скажу об этом, они подумают, что я падшая душа. То есть сейчас уже невозможно пойти назад, потому что тысячи учеников. Я сказал, что я это... Вот это вот Баджанитай говоришь. Я сказал, что я во сне получил эту мантру. То есть, все сахаджи разрешают они есть рыбу. Ешь рыбу, не проблема. Я тебе дам харинам малу. То есть вот если вы реку просто пересекете в Навадвипе, вы встретите много таких. Когда Браман и Вайшнав, было собрание, то есть было обсуждение Сиддханты Браманов и Вайшнавов, Прабхупад выступал там, и каждый припал к его стопам, в конце концов. Все хотели принять его, прибежище у него. То есть и к нему, к Прабхупаде обратились. Вот большинство из них хотят получить посвящение от вас, но они не могут оставить свои вредные привычки. Если вам разрешите хотя бы иногда курить и пить чай, то все они примут прибежище. И Прабхупад у вас, и Прабхупад ответил, что мне не нужны никакие ученики. Там тысячи, тысячи людей были готовы принять дикшу, харинам у Прабхупады. Но сейчас, в настоящее время, посмотрите. Мантры проституткам продают. То есть, ну, сейчас мантры дают кому попало, лишь бы приняли. Даже деньги дают, чтобы инициацию приняли. Как сейчас делается? То есть ученик приходит к гуру и говорит, я хочу жениться на западной девушке. А тот говорит, да, я тебе денег дам, только получи от меня мантру. Прими от меня мантру. И сейчас соревнование между тем, ну, за количество учеников. У кого больше учеников. И так вот в том случае, когда этот случай произошел с Прабхупадой, он отказался от всяких компромиссов. Он сказал, что мне не нужны никакие ученики. Также, когда Прабхупад совершал Говардхана Парикраму, он пришел на Говиндакунду. Наш Гуру Махарадж, Мадхва Госвами Махарадж, все они были, все они всегда были рады, все они хотели, жаждали предлагать свои пранамы важным местам, связанные с лилами Господа. Тирта Госвами Махарадж также говорил под руководством моего Гуру Махараджа, что очень важно быть сконцентрированными на играх Господа. Итак, Шрила Бхактисиддханта Такур Прабхупад захотел получить даршан Говиндакунды, пришел туда, предложил поклоны. И в это время один знаменитый Гаудия Саду, Манохар Дас Баба, я не собираюсь ни с кем сражаться, то есть я просто говорю вам факт, чтобы вы знали о нем. Это очень знаменитый саду, очень важный саду во Вриндаване. Он хотел обсудить какие-то философские моменты с Прабхупадой. И когда они беседовали долгое время после этой дискуссии, Прабхупад благословил его и ушел. Когда парикрама продолжилась, некоторые ученики, какие-то ученики подошли к Прабхупаде и спросили, все браджаваси говорят, что вы сиддха-махатма. Что вы сиддха-махатма. И что вы думаете насчет этого?
сказали об этом человеке, сказали, что он Сидда Махатма. И Прабхупад без всяких колебаний очень ясно сказал, этот баба совершает правильный, то есть следует правильному процессу. Он не совершает баджан, он не как сахаджия. Будьте уверены, что процесс, которому он следует, очень хорош. И я разговаривала с ним, и я знаю, что он движется в правильном направлении, но он совершенно никакой не ситха. Он очень скоро может стать ситхой, потому что процесс его баджана совершенен. Возможно, очень скоро он станет ситхой, но в настоящее время он не ситха. Он не достиг этого момента. Очень ясно, очень твердо Прабхупада сказал об этом. Люди могут думать, что Прабхупад очень строгий и злой, он не смог понять. Итак, сахаджия, как я уже сказал, Шанкарачарья, то есть имеется в виду, Шанкарачарья взял некоторые слова, какие-то слова, вырвав из контекста, трактуя их так, как ему было нужно. Итак, некоторые люди также поступают, они читают, изучают Чайтанья Чаритамриту, разные шастры, и они выискивают там моменты, какие-то понятия, как в случае с Рай Рамананды. Посмотрите, Рай Рамананда совершал Паракия Расу, то есть был вовлечен в Паракия Расу, а Махапрабху в случае с Нарайани, то есть они трактуют его так, как хотят, не считаясь с контекстом. Какие-то сахаджи в Навадвипе. Разговаривали, у них была какая-то дискуссия, а мимо проходил Горки Шардас Бабаджи Махарадж. Кто-то сказал, о, Гауранга Махапрабху слишком строг. Что такого сделал Чота Харидас? Он ничего плохого не делал, а Махапрабху его прогнал. Махапрабху очень строг. И Горки Шардас Бабаджи Махарадж обычно жил в Сананда Сакада Кунджи с Бхактивинода Такуром. Бхактивинода Такур жил наверху, а Бабаджи Махарадж внизу, Баджан Кутири. Он пришел, тогда он прибыл туда и смеялся. Начал смеяться, Бхактивинода Такур спросил, ты что смеешься? А что, мне посмеяться нельзя? Ну что случилось? Да в Навадвипе, там на том берегу, говорят, что Махапрабху слишком строг. Что плохого сделал Чота Харидас? За что Махапрабху его так отверг жестоко? Он не должен был его отвергать. Так вот они размышляют. Иногда Горки Шардас Бабаджи Махарадж приходил. Однажды он пришел в прекрасном тхоте, в богатых одеждах. И Бхактивинода Такур спросил, что случилось? Что это с тобой? А сейчас меня никто не будет дразнить, если я буду... То есть я могу пойти наслаждаться с Матаджи, с женщинами. То есть могу делать все, что захочу. Таким образом, Горки Шардас Бабаджи Махарадж бросает тапок нам в лицо, дословный перевод. То есть он ачария. Благодаря... То есть он учит нас разными путями, так, чтобы мы были очень внимательны, очень осторожными по отношению к Рупануга Баджану. Также Джагандананда Пандит. 100% вы должны будете изучать прямо Виварту, который написал Джагандананда Пандит. Если вы не будете ее изучать, я никогда не поверю, что вы совершаете баджан. Джагадананда Пандит пишет. Гора
विचार आचार गुरार विचार लईले फल फले लोक देखानो गुड़ा भजा तिलक मात्र धरी गोपने ते अत्याचार गोरा धरे चुरी बेंगली на Бенгале. Последние 10 лет вы изучаете Бенгали. Джагананда Пандит пишет: я в группе Гауранги. Я только говорю об этом, но слова эти бесполезные. То есть я только лишь говорю об этом. Провозглашаю себя Рупануга преданным. Такой и эдак и я. Если я следую Ачарачарану, его пример его поведения, тогда я достигну результатов. Тогда это будет истинный Гора Баджан, если я следую его учению. В противном случае это только бизнес. Я прикрываюсь атрибутами Гаудия Вайшнава, ставлю тилок, а в действительности совершаю низкие поступки, низкие дела секретным образом. И из-за этого наша сампрадая теряет свое положение в обществе. Имеется в виду, теряет уважение общества. Бхактисиддханта Такур говорит, вы не представляете, насколько превосходна философия Гаудия Вайшнавов. И он говорит, если вы не осторожны, по сей день это актуально. То есть сейчас уже можно сказать, что поздно, но никогда не поздно. Нельзя сказать о баджане, что это слишком поздно. То есть нет такого момента, когда это будет слишком поздно. Видим Марг Баджан совершенен. Я могу говорить об этом под руководством Шрила Бхактивинода Такура. То есть, повторяю то, что говорил он. Рага Марг не означает, что я... что я оставлю Вайди Марг. Бхактисиддханта Такур говорит, если вы хотите понять, что такое Рагануга Баджан, каковы необходимые качества, нужно очень искренне, находясь под руководством наших гуру Варги, пытаться понять. В противном случае мы потеряем все. Это очень опасно. То есть... Я могу сказать, с одной стороны, это кажется, что очень поздно, потому что все представители нашей Гуру Варги оставили этот мир. А я крошечное существо, пытаюсь исправить сам себя через свою Харикатху, говорит о себе Махарадж. Я завишу от ваших благословений. Если вы благословите, я... То есть я хочу, чтобы вы благословили меня, чтобы я смог следовать до конца своих дней тому, что я говорю. Я не хочу быть лицемером, и я всегда ненавидел политику. Даже в мои студенческие годы я ненавидел политику. Итак, будьте уверены, что все мы хотим следовать Рупануга. То есть следовать. Мы хотим получить благословение Бхактивинода Такура. И такой шанс мы обрели в этой жизни, этот редкий шанс. И я стесняюсь, что вы прибыли из дальних стран сюда. То есть вы столько неудобств претерпеваете.
А тут у нас нет, нет даже места, где для харикатхи. То есть, тут не, то есть вы приезжаете сюда, а тут такое состояние дел, наверное, что негде даже рассказывать катху на Бенгале. Те, кто дают мне возможность воспевать славу, рассказывать харикатху, славу Хари, я навсегда благодарен им. Вы даете мне возможность исправить самого себя. Я хочу исправить себя через свою харикатху. Иногда из-за плохого здоровья, самочувствия я не могу говорить. Вчера также я хотела рассказать очень много, но опять я не чувствовала себя хорошо. Мне очень жаль. Я не смог рассказать все, что хотел. Также на харикатхе по Бхагавадгите. Так или иначе, я пытаюсь вновь и вновь исправить себя, следовать Рупа Госвамипаду, Бхактивинода Такору, Прабхупаде. Я пытаюсь из всех сил. Это все, что я могу сказать. То есть я могу сказать о своих честных усилиях. Если от всего сердца вы прочувствуете эти молитвы, я думаю, что в один из дней вы достигнете лотосных стоп Радхарани, Рупы Госвамипада. Эти молитвы очень редки. Внешне вы можете видеть, что кто-то не похож на Рупануга Рогануга Бхакта, как был южный царь, царь в Южной Индии, Кулашекер. Он был преданным высочайшего класса. Прабхупад опубликовал книгу о нем. Много-много Прабхупад публиковал книг Брахма Самхиту, Кришна Каранамрита, и об этом я поговорю завтра. Это очень важные книги. Махапрабху через это хотел, через эти книги дает нам наставление, важность совершения истинного баджана. Почему? Что в Кришна Каранамрите содержится? Там содержится дар Махапрабху. Он даровал ее нам как подарок. Он дает нам в этой книге указание на то, что необходимо совершать Рагануга баджан. В противном случае, зачем бы Махапрабху дал нам это знание, это учение, эту книгу? Биломангала Такур напрямую описывает свою бхаву. 750 лет назад Биломангала Такур совершал баджан на берегу Радакунды. 750 лет назад. Он постоянно созерцал Кришна-лилу, плакал и плакал. Внешне выглядело, что он слеп. Но он совершал истинный баджан. Почему Махапрабху хочет указать нам на это? Почему Биломангал Такура писал все свои переживания? Каранамрита означает карна амрита. Карна — уши, а амрита — это нектар. То есть это нектар для нашей души и для сердца. Для наших ушей означает души и сердца. Махапрабху вновь и вновь обсуждал Кришна Каранамриту в обществе своих близких слуг. Он все время дает нам, говорит нам о обусловленной душе, какую удачу, вы обрели, непостижимую удачу. Это невероятно редкая возможность ждет вас, обусловленной души. Вы можете достигнуть лотосные стопы Кришны, любить Его, служить Ему. Разве вы не хотите этого? Это редчайший шанс.
Брама, Шанкар молятся об этом. Они плачут и молятся об этом. Как вчера я говорил, что Брама плачет. Когда я могу, когда я смогу обрести возможность родиться как травинка во Вриндаване? Насколько удачлив Браджаваси? Удава плачет. Шрути и Смрити хотят достигнуть лотосных стоп Кришны. Махапрабху объяснял эту шлоку. Шрути и Смрити. Молятся о прибежище у лотосных стоп Шри Кришны. Как Браджагопи. Мы хотим также достигнуть лотосные стопы Кришны. Шрути и Смрити хотят следовать гопи. Мы хотим обрести нектар лотосных стоп Кришны. И мы должны всегда теплить надежду, сохранять надежду. Я не хочу, чтобы вы потеряли надежду. Несмотря на то, что порой я говорю о очень возвышенных вещах, говорю строго, я обещаю вам, что... То есть я никогда не хотел, я говорю честно, что никогда не хотел лишить вас надежды, лишь взрастить вашу надежду, ваше желание... предание лотосным стопам Кришны. Только для этого я говорю то, что говорю. Я не жду, что тысячи людей будут слушать мою харикатху, потому что они, это невозможно для нынешнего времени. Они не смогут переварить ее. Возможно, кто-то из вас что-то сможет понять из этой харикатхи и начать следовать ей для того, чтобы удовлетворить Бхактивинода Такура и Прабхупада. То есть... Даже несмотря на то, что вы, возможно, слабы, но вы честно пытаетесь следовать. И Бхактивинода Такур и Прабхупад скажут на это, что они слепы, но тем не менее они искренне пытаются следовать нам. Кришна тадья пад панкаджо панджаранто раддайва ме бишату манасараджа ханса. Пранапаяна самае кафабат притвай кантха бародано видхау бхаджанам кутосте бхаджанам кутосте Кришна тадья пад панкаджо панджаранто раддайва ме бишату манасараджа ханса пранапаяна самае кафабат притвай кантха бародано видхау бхаджанам кутосте бхаджанам кутосте ванча калпатару сикхе басинду бхавача патитанам павану бхавашна бхё намам.